выступление полуфиналистов весовой категории 91 килограмм. Новозеландец Туа в красной форме и кубинец Феликс Савон, двукратный чемпион мира. И вот посмотрите, не прошло и 20 секунд, так бой окончен. Все. Двукратный чемпион мира пробился в финал за 20 секунд. Нокаут. Бой прекращен. Посмотрите, как это было. Бросился в атаку, очертя голову, новозеландец. И короткий встречный удар на противоходе кубинца. Нокаут. Незаметно, абсолютно, что называется, невидимым. Оп, вот он. И все. Все. Встречный как правый кошка, называется, да, этот элемент. Действительно, чертя голову, бросился в новозеландец. Савона есть шанс повторить успех своего легендарного